Привет, друзья! Сегодня фарширую баклажаны. Это очень легко, быстро, просто и красиво. Значит, убираем ненужные вот эти концы. Делим пополам вдоль и поперек тоже пополам. Берем наш баклажан отрезанный. Берем или ножи можете положить, шпажки можете положить. У меня вот такие деревяшки. И начинаем резать вот таким образом. Наискос. Конечно же, не до конца дорезаем. Расстояние между друг другом где-то сантиметр. С другой стороны. И у нас получается вот такая вот красота. Таким образом режем все наши баклажаны. Еще раз показываю. Наискос. Не прямо, а наискос с этой стороны. И после уже вот с этой стороны. Кому-то понадобятся вот эти, как бы, деревяшки, шпажки, у кого что, а кому-то не понадобится. Я делаю, на принцип, на глаз. Красота. Чашку выкладываю наши уже нарезанные синяки. Вот. И наливаю кипяченую воду. Кипяченую не обязательно, просто кипяченую, она более быстро все готовится. Заливаю кипятком. Добавляю 2 столовых ложек соли. И отставлю где-то минут на 15. Начинка идет у нас фарш. Фарш я добавляю лук, 1 средняя, зелень, полпучка, соль по вкусу, перец. И все это перемешиваю. Начинка готова. Откладываем. Наши баклажаны постояли 15 минут. Выливаем воду. Фаршируем наши баклажаны. Можете руками делать, можете ложкой, вилкой, чем вам удобно. Закладываем фарш таким образом. Где много, убираем. Угу.
выравниваем. То, что не нужно, снимаем. И с другой стороны также. Легче руками, конечно, дорогие, но я думаю, это некрасиво. Не всем нравится, когда другие работают и делают все руками. Поэтому приходится мне вот так вилкой мучиться. Так, следующее. И последний. Все. Положили, надавили. То, что не надо, убираем. То, что вот так вылазит, так снимаем. Все, готово. Второе. И так все остальные. Выкладываем на сковородку. Воду добавляю, томат, соль по вкусу, перец. И добавлю растительное масло. 2 чайных ложек. Можно 3. Угу. И заливаем наши баклажаны. Отправляем на газ до готовности. Друзья, у меня почти готово синенькие. Добавляю, значит, помидорчик, зелень и перец болгарский. Это по желанию. Этот сок самый вкусный. Накрываю крышкой и оставляю еще на 2 минуты. И она у меня готова. У меня синенькие готово. Смотрите, какая красота. И, конечно же, добавлю я вот это вот сок, в чем варилась. Это просто объедение. Готовьте. Кому понравилось мое видео, ставьте лайки, пишите комментарии и до новых встреч. Не отлипает хлеб от тебя, да? Не-не-не.